Всем привет! Сегодня у меня для вас две посылочки с AliExpress. Здесь у меня должны быть сумки. Я еще не открывала эти посылки, и мне крайне интересно посмотреть, в каком виде они приехали. Перед тем, как открыть, хочется сказать, что посылки ко мне приехали в разные дни. Можно сказать, с периодичностью в один день. Одна приехала на один день пораньше, другая попозже. Также заказывала я их в один момент. И когда я заказывала данные сумочки, продавец мне написал, что у него две есть в наличии, а одна у него только изготавливается. Спрашивала, смогу ли я подождать свою покупочку. Я им сказала, что вы можете отправить то, что у вас сейчас есть в наличии, а ту, которую изготовите, отправите чуть-чуть попозже. Я подожду, и когда уже получу все свои товары, я как бы подтвержу, что я получила их. И как бы на этом мы решили. Посылочки ко мне шли недолго, где-то 2,5 недели, как я говорю. Пришли они практически в один день. Также трек-номер у них отслеживался. И давайте уже приступим. Я вам покажу, как они выглядят внутри. Сразу хочется отметить, что ссылочки на данные товары я оставлю в описании под видео. Если вам что-то понравится, то проходите, смотрите более подробно. Ну и давайте откроем первую посылочку. Она у меня вот такая вот черненькая. На самом деле я ее немножечко приоткрыла. Но дальше открывать не стала, как бы прощупала, только краем глаза подглядела и все. Вот так вот все это выглядит. Да, на самом деле внутри у меня две сумки в одной посылке. Больше там ничего нет. Сроки доставки я сказала, поэтому повторяться не буду. Так, давайте начнем, наверное, с маленькой. Как мы видим, сумочка упакована в пакет. Также я вижу, там вроде есть индивидуальный мешочек, пыльник. Видимо, для хранения сумки, для транспортировки ее. Но как бы хранить все равно в пыльнике не буду. Эти пыльники я использую для того, чтобы складывать туда лоскуты. Мне очень нравится. Удобно, по крайней мере. Так, и вот. На пакете у нас еще какие-то иероглифы были. Больше ничего не было. Сама сумочка находится вот в таком виде, в пыльничке. И как она выглядит внутри. Вот такая сумка. У продавца некоторые сумки были в едином цвете. Данная была, по-моему, в двух цветах. Я выбрала черный. Там вроде еще был коричневый. Честно, уже не помню. Также мы видим, в этой сумке имеется еще одна сумка поменьше. И также есть внутри вот такая вот маленькая мини-сумочка. И также идет ремешок. Ой, как круто! Я прям вообще в восторге. Честно, не ожидала. Продавца на картинке не очень понятно показано, но, как мы видим, вот так вот все это пришло. Ремешок брезентовый, обычный, как говорится. Он регулируется. Можно выбрать длину, которую хочется. Сделать подлиннее, покороче. Ездит он довольно-таки неплохо. Также мы видим, что на ремешок можно прикрепить вот эту маленькую сумочку или как бы сразу большую, две больших. Тут уже кто как хочет. И давайте, наверное, будем открывать каждую сумочку по отдельности. Начнем вот с тех, которые покрупнее. Так как я их уже открыла, на каждой сумочке сбоку имеются вот такие вот карабинчики. Сумка состоит из одного отсека, она больше похожа на большой кошелек. Я очень люблю такие сумки, они мне очень нравятся. Мне главное, чтобы в сумку помещался телефон, все. А остальное там по мелочи, ключи, помада, как бы если телефон влез, все остальное тоже влезет. Эта сумочка идет как дополнение, как бонус, сюда можно складывать мелочь, как бы она особой функциональности для меня не несет. Далее сумочка побольше. Это в том случае, если хочется сложить что-то еще. Да, Вика тоже уже хочет оценить сумочку. И вот в сумке побольше имеется карман, в который можно что-то еще складывать. И вот у данной сумочки уже идут не карабинчики, вот как у этой. У нее идут просто колечки. Ну, как не колечки, они немножко не совсем круглой формы, но тем не менее. К этой сумке можно прикрепить все, что можно. Как бы можно взять две сумочки. Эту сумку можно закрепить к этой, допустим. И уже на сам ремешок можно повесить еще одну, если вам уж прям очень много всего нужно. Или можно просто взять одну сумку, закрепить ее на ремешке. И также можно пользоваться. Как бы вариаций много. Можно вообще просто взять одну маленькую сумочку и носить вот таким образом. Ну, как бы для такой маленькой сумки ремешок слишком, конечно, толстый. Я так носить точно не буду, но почему бы и нет. Вот тут уже варианты на любителя. И давайте посмотрим маленькую сумочку, как она выглядит внутри. Как я и предполагала, здесь у нас имеется свой отдельный ремешочек, вернее даже цепочка, с помощью которой можно носить только эту сумку. Без применения каких-либо других. Также можно применить эту цепочку на какую-либо из тех сумочек, которые имеются в комплекте.
И также вот сумочка состоит из одного отсека, вернее, больше я бы сказала, это монетница или как бы для денег что-то такое, или помаду просто положить, такая маленькая авосечка, которая подойдет к любой из этих сумочек, если вам одной сумки маловато. Внутри у нас имелась вот такая вот штучка уплотнительная для того, чтобы сумка не помялась, и как мы видим, уже замок немножко разошелся, либо я так резко дернула, либо замок плохо застегивается. Нет, это я просто резко дернула. Замочек вроде как нормально работает. Да, ничего никуда не разъезжается. Нет, это я. Видимо, может быть, до самого начала не открыла. И здесь тоже сумочки закрываются на замочке. Замок ездит хорошо. Все хорошо закрывает. Замки металлические. Не очень люблю металлические замки. Они быстро выходят из строя. Но в данном случае, я думаю, пластик смотрелся бы не так эффектно. И да, по качеству сумки мне нравятся, выполнены отлично, посмотрите, никаких царапин, сколов, ничего нигде не торчит, строчечки все ровненькие, ниточки не выглядывают, очень аккуратно все сделано. Имеется вот немножечко ниточка, но в принципе это не критично, это конец строчки, а так в целом все очень-очень хорошо. Да, внутри тоже имеется нитка, но это можно обрезать. Здесь тоже пришито все ровно, прошито тоже аккуратно. И ничего нигде не торчит. Я лично не заметила изъянов или каких-либо недочетов. Если вы что-то вдруг увидели, то обязательно мне об этом напишите. Давайте перейдем к следующей сумке в этой посылке. Она также запакована в пакет. Пакетик убрали, и сумка находится у нас вот в таком мешочке, в пыльничке. Да, они очень похожи по дизайну. Я специально брала их в одном цвете, похожими по дизайну, чтобы их можно было носить вместе. Как бы эта сумка побольше, а эти как косметички можно использовать и вкладывать в данную сумку. Как бы у меня в голове было много вариантов применения данных сумок, поэтому я решила взять в одном цвете, чтобы это выглядело как один комплект, как одно целое. Так, данная сумка уже была в нескольких размерах у продавца и, по-моему, также была в нескольких расцветочках. Я не помню точно, но вас заинтересовала какая-то из этих сумочек, то пройдите, посмотрите, какие-то из них были в коричневых цветах. И, возможно, вам тот цвет понравится больше. Хотя черный, мне кажется, более практичный, ко всему применимый. И, не знаю, как-то это классика. Как бы черный, он ко всему подходит. На любой вкус и цвет, на любое время года. Ручки у нас запакованы в полиэтиленовые пакеты. Все хорошо, ровненько, нет никаких царапин, сколов. Также прошито ровно. Тут у нас также ручки в полиэтиленовом пакете. Удивляет меня это, потому что я заказываю сумку не в первый раз. И в прошлый раз, когда я заказывала, не все было так хорошо запаковано. Многие вещи пришли открытыми, как бы. Ну, в плане, в смысле, не было никаких пакетов, чего-то такого. Просто пришла вот сумка, как в данном случае, и все. Никаких пыльничков, ничего. А тут у нас все хорошо сделано. И да, к данной сумке можно прицепить любую из этих сумок. Посмотрите, также имеются такие крепежи. В чем плюс этой сумки? То, что ее можно немножечко сузить, как бы вот это вот стянуть. Нужно, конечно, пакет убрать, чтобы вам все это было показывать. А можно оставить вот в таком виде, растянутом. Так, повернула сумку на другую сторону. Вижу, также продавец положил валик, чтобы здесь не было никаких заломов. И да, появилась, конечно, небольшая отметка, но в целом никаких заломов не имеется. Также на обратной стороне есть у нас кармашек. Ой, довольно-таки глубокий, помещается прям целая ладонь. Мне это нравится. Снизу на сумке имеются вот такие вот ножки, которые позволяют не царапать дно. И вы можете поставить сумку в любое место, как бы не боясь того, что она поцарапается. Также давайте перейдем на внутренность этой сумки. Внутри сумка очень-очень объемная. Туда поместится полдома вместе с детьми причем. Здесь у нас два боковых кармана. Внутри имеется вшитый отсек, тоже на замочке. Он огромнейший, сюда поместится, мне кажется, лист формата А4. Замочек здесь пластиковый в данном случае. Также имеется сумочка, которую мы сейчас посмотрим. И имеется вот такой вот боковой кармашек. Надеюсь, вам все видно. Вот так вот выглядит сумка сбоку. Все-таки мне хочется убрать все эти пакеты, потому что с ними я явно носить не буду, чтобы вы смогли посмотреть сумочку. Все, наконец-то избавилась от всех пакетиков. Вот так все это выглядит в итоге. И без пакетов данная сумка мне нравится еще больше. Так, немножечко неаккуратно я снимала и тут как бы делала кое-какие недочеты. Это я уже сама виновата.
А так, в принципе, все было хорошо. И вижу, сумка классная. Тоже выполнена аккуратно. Сверху по краю имеется вот такая окантовочка. Строчка выполнена ровно. На самих ручках тоже все ровненько. Тоже пока мне нравится. Давайте перейдем к той сумочке, которая шла в комплекте с этой, как бы косметичке, которая была внутри. И да, данную косметичку уже можно также либо носить вместе с этими, сочетать, посмотрите, они, потому что одного цвета, или можно носить внутри как кошелек. Данная сумочка на одном замочке. У нее имеется даже вот такой вот крепеж, хлястик, как его назвать. Не понимаю, почему он односторонний. Не совсем понятно. Нужно посмотреть, как это выглядит у продавца. Почему это вот так. Тут у нас имеется какая-то прорезь. Скорее всего, это нужно делать каким образом? Как бы сюда просунули, продели. Вот так вот. И закрепили. Я думаю, так. Ну, я, скорее всего, так ее носить не буду. Да, это, по-моему, нужно было для того, чтобы закрепить данную сумочку внутри в виде кошелька, и чтобы никто никуда не смог ее забрать. Сейчас посмотрю, есть ли внутри какие-то крепления. Нет, внутри ничего нет. Бывает такое, что внутри имеется язычок, хвостик, какое-либо крепление, которое можно прикрепить к кошелечек, и его не украдут. Он закреплен. Вернее, украсть можно все, но предотвращает от кражи. И внутри он просто обычный, такой односекционный, на металлическом замочке. Тоже все хорошо ездит, выполнен аккуратно, строчки все ровные, никаких недочетов я пока не вижу. Вот эти штучки, они не двигаются, пришиты в одном направлении. Это вложим сюда. Вик у меня пытался унести кошелечек маленький, крутил, вертел, запутать хотел, что-то с ним здесь сделала. Но в итоге ей это надоело, и она ушла. И давайте откроем вторую посылку, тоже с сумочкой. Вот она моя вторая посылка, здесь тоже сумка. И вот она упакована интересным образом. Посмотрите, в одном пакете находился еще один пакет, при том, что там тоже имеется мой адрес. Я не понимаю, зачем продавец положил пакет в пакет. Мне не совсем понятно. Возможно, это не продавец, а на таможне где-то так сделали. Вот эта сумка у меня должна быть коричневая. Давайте, на самом деле ли это так? Я уже потому что вижу пыльничек здесь коричневый. И сумка, наверное, такая же. Все. Больше внутри ничего нет. Также сумка у нас упакована в пакет. Конечно же, шуршащий. Как же иначе? Все это скотчем. И так. Там-там-там-там. Все. Наконец-то достала. Не люблю шуршать пакетами. Потом это раздражает и монтировать, и вам смотреть. Как бы пакеты шуршащие. Это да. Тут сумка у нас вот такая. Рисунок у данной сумки точно такой же, как у предыдущих сумочек, но в данном случае просто коричневый цвет. Вижу сразу, что на дно сумки продавец положил вот такую уплотнительную штуку. Такие штуки мне прислали, когда я заказывала чехол на диван, как бы растягивающийся. Они помогают фиксировать. И также посмотрим, да, благодаря этой штуке я не вижу никаких заломов, по крайней мере, пока. Данная сумка у продавца была в трех размерах. Я выбрала, по-моему, средний размер. Точно не помню, я свои параметры укажу в описании под видео, поэтому, если понравилось, пройдите, посмотрите там. И вот она уже очень-очень интересная. Вот про такой хлястик я говорила, он есть внутри для того, чтобы крепить вот такие кошелечки. И данная сумка уже вот так вот выглядит. У нее имеется как ручки внутри, так ручки и снаружи. И каким образом, как бы, ручки снаружи у нас маленькие. Посмотрите, вот такие вот. Также, конечно же, ручки все запакованы в пакеты, чтобы ничего не пострадало. А в ручки внутри они длинные. Вот, насколько они намного длиннее. Тоже все запаковано в пакетик. Сейчас все это открою, чтобы был вид нормальный. И все равно буду пользоваться данными сумками. И пакеты сниму как бы после съемки видео. Поэтому смысл сейчас вам показывать с пакетами. Если я начну пользоваться сразу же, лучше вам покажу, как это выглядит без пакета, чтобы вы тоже посмотрели, вдруг какие-то недочеты заметите или какие-то плюсы обнаружите. Тут у нас имеется внутри две таких штучки. Нет никакого замка, ничего. Сумочка закрывается просто вот таким образом. Положили содержимое и вот так раз защелкнули. Все,
Да, конечно, туда можно все равно проникнуть, засунуть руку, да и в такую сумку можно при желании, но, тем не менее, этот замок предотвращает раскрытие сумки полностью. Если вы ее сильно набили, то сверху ее можно будет закрыть, а снизу она будет у вас расширяться, не будет вот таким вот мешком выглядеть. И чтобы это выглядело более эстетично, также, смотрите, замочек до меня никем не открывался. Открываем его вместе с вами, сбоку имеется вот такой замок. Кстати, на коричневой сумке легче показывать, потому что все это отсвечивает от цвета лучше и не теряется. В черной сумке ничего не видно, хотя там тоже имеются вот такие карманы. Тут у нас один большой отсек. В черной сумочке имелось два отсека, как бы вот такой большой карман, просто он прошит был напополам и все. Дно у нас тоже большое, прямое. И в данном случае уже на дне сумки нет ножек, хотя здесь они присутствуют. Немножко отличается эта сумка. Углы у нас выполнены вот таким образом. Очень прикольно, кстати. Вот с такими красными окантовочками ручки. Коричневый получается красно-молочный цвет. Тоже смотрю, все строчки ровные. Никаких царапин, заломов, изъянов я не вижу. И да, что самое интересное, когда я открыла эти посылки, я не ощутила никакого неприятного аромата. Очень пахнет кожей. Я не уверена, что это натуральная кожа, потому что все подвернуто, все швы спрятаны. Может быть, запаяны, не знаю, но пахнет кожей. Хотя, наверное, это не натуральная кожа, а кожа зам. Качество у сумок суперское, просто супер отлично. Не знаю, мне очень нравится. Я давно хотела себе сменить свой парк сумочек. Я думаю, это не последняя сумка, которую я буду заказывать. Будут еще, так как я сейчас активно меняю все, что мне пришло в негодность. И сумочки, и одежда, и все мне хочется обновить. Это одна из тех моих обновочек, которую я сделала за последнее время. А на этом у меня все. Вот такие сумки у меня были сегодня для вас. Если вам понравились, то проходите, смотрите в описании под видео. Я оставлю ссылочки. Остались вопросы, задавайте. Я с удовольствием отвечу. Также, если увидели недочеты или что-либо, то тоже об этом мне напишите. Я надеюсь, вам видео понравилось. Я не зря старалась. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.